Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигритки. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. И у нас сегодня такое быстрое экспресс-видео. Хотела показать вам три скотча, которых я очень долго ждала. Они довольно-таки долго шли. И это такие вот очень классные скотчи, которые я давно искала. И начну я, наверное, вот с этого, с крафтового скотча. Он безумно классный. Посмотрите, какой он красивый. Чисто такой крафт, очень гладкий, приятный. И посмотрите, сколько здесь намотки. Очень-очень много. Я, честно, не помню, сколько тут точно намотки. Сейчас посмотрим на коробке. 5 метров здесь написано. Но я не думаю, что тут 5 метров. Тут почему-то цифра 11 еще указана. Там было очень много разных дизайнов. 15 миллиметров на 5 метров. Я не думаю, что это 5 метров. Мне кажется, здесь больше, потому что вот здесь 5 метров, а здесь точно не 5. Посмотрите. Правда? Здесь, мне кажется, все 10 метров, скорее всего. Ну, посмотрим. В любом случае, его хватит надолго. Вот так вот закреплен он здесь синим цветом. Скотчем очень классный. Стоил 77 рублей, и было много дизайнов, и я себе хочу еще один заказать. Потом заказала я два маскирующих скотча, вот в таких были упаковках они, в пакетиках. Один под розовое золото сделан, очень давно я искала нечто подобное, не могла найти, и наконец-таки нашла. Очень тоже красивый. Такой дизайн у него. Здесь 5 метров. И третий, да, скотч. Это такой вот голографический в клеточку. Очень-очень тоже красивый. Тоже 5 метров. Безумная красота. Тоже дизайнов много, но я выбрала только вот эти два. Хотя, если честно, если бы могла себе позволить, я бы взяла все дизайны, которые там были. Вот, так что такие вот дела, такие вот мини-покупочки. Надеюсь, вам было полезно. Все ссылки оставлю внизу. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.